Статуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге. Конная статуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге – крупнейший из памятников Чингисхану в Монголии и крупнейшая конная статуя в мире. Статуя Чингисхана расположена в 54 километрах к юго-востоку от центра Улан-Батора в местности Цонжин-Болдог, которая административно входит в состав Улан-Баторского городского административного района Налейх. Недалеко от границы с Аймаком-Туве, недалеко от берега реки Туул, в месте, где, согласно устному преданию, Чингис нашел золотую плетку. Автор проекта статуи – скульптор Дулин Эрден Белек, при участии архитектора Ж. Н. Жаргола. Официальное открытие монумента состоялось 26 сентября 2008 года.